В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І зараз говоримо про COVID-19 у дітей. Як розпізнати симптоми та які відмінності перебігу хвороби у порівнянні із дорослими. Сьогодні в наших гостях Ігор Майденко, завідувач відділення пацієнтів з підозрою на COVID-19 обласної дитячої лікарні. Наталія Волнянська, завідувачка відділення екстреної меддопомоги обласної дитячої лікарні. Та Сергій Єгоров, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Я вас вітаю. Ну що ж, перше питання виникає, так, статистика, цифри, скільки в вашій лікарні діток наразі так хворіє і як багато їх за сутки. Пані Наталю, вам слово. Добрый день. За последние три недели увеличилось количество заболеваемости среди детского населения. В среднем это идет обращение к нам в приемное отделение от 80 до 100 детей. Среди них в среднем 20 человек с подозрением на коронавирусную болезнь. При госпитализации мы проводим цитотест. В половине случаев он является положительным, и мы госпитализируем в коронавирусное отделение. Следующая половина остается с подозрением на коронавирусную инфекцию, и им проводится ПЦР-тестирование. Так что говорить, а кто же все-таки частіше хворіє, дети або дорослі? Больше всего болеют дети в этом случае. Это детки от 0 до 10 лет. Угу. Зрозуміло. Тобто це найбільша така група ризику, да, до 10 років. Давайте тепер поговоримо, як проходить COVID-19 у дітей і про його симптоми. Власне, пане Сергій, вам слово. Клінічна інфекція, як і у взрослих, у дітей протікає з різної вираженості симптоматики. Це те, що медики називають степенью тяжести. Як у взрослих, так і у дітей. Це може бути тяжела інфекція, середньої степені тяжести, або легка, яку можна лечити в амбулаторних условиях. Також у дітей достатньо часто зустрічається безсимптомне носительство, тобто без якихось клінічних проявлень. У взрослого населення інфекція повреждає чаще всього респіраторні пути, дыхательные пути. Вы об этом, наверное, уже все знаете, слышите, с повреждением легких, с развитием тяжелых пневмоний. У детей, возможно, несколько вариантов развития ковидной инфекции. Безусловно, это и повреждение респираторного тракта, но также встречается повреждение желудочно-кишечного тракта, так называемый гастроинтестинальный синдром, когда у ребенка появляется клиника, похожая на кишечную инфекцию, с послаблением стулом, с тяжелым обезвоживанием. Дети зачастую требуют госпитализации. На сегодняшний день уже зафиксировано несколько случаев, буквально сегодня и вчера, развития ковидной инфекции с повреждением нервной системы. Это тяжелые ковидные энцефалиты. В нашей клинике на сегодняшний день за ближайшие двое суток как раз поступило два ребенка. Они оба тяжелые, оба находятся на искусственной вентиляции легких. Также случай в инфекционной больнице зафиксирован тяжелого ковидного энцефалита. И это у детей. Поэтому симптоматика достаточно разнится, и она очень разнообразна, когда мы говорим о детском населении. Так, ситуації невідомо, це дельта чи омікрон? Ну, на сегодняшний день в Украине не проводится типирование штаммов вируса. Если мы берем различные международные исследования, допустим, наши британские коллеги достоверно утверждают, что у них сейчас эпидемия омикрона. Мы можем подтвердить нашими ПЦР-тестами либо цитотестами наличие коронавирусной инфекции. Типировать штамм в Украине пока невозможно. Поэтому тяжело сказать, но с учетом изменения клинической картины, количества поступающих детей, вероятнее всего, все-таки мутация произошла, и мы сталкиваемся на сегодняшний день с омикроном, потому что первые две волны, три волны ковидной инфекции, такого количества больных детей у нас никогда не было. Отделения переполнены. А якщо порівняти дельту з омікроном? Опять же, если мы будем опираться на полученную информацию, у наших заграничных коллег, имеется в виду Британия, Германия, там, где установлен, что действительно есть вирус омикрона, каких-то существенных различий на сегодняшний день нет. Но необходимо сказать, что сам омикрон достаточно молодая мутация, ей всего там несколько месяцев, поэтому, возможно, данные будут дополняться. Клинические течения омикрона несколько легче, но, опять же, Европа очень активно прививается, и, возможно, из-за этого легче течение заболевания. Всегда, как и дельта, так и омикрон, все начинается с интоксикации, катаральные явления, выделение из носа. У детей, возможно, клиника, о которой я чуть ранее говорил.
Поэтому достоверной разницы между омикроном и дельтой на сегодняшний день пока не выявлено. Но данные каждый день обновляются. Дякую вам, пан Ігор. На вашу думку, так, чому ви вирішили імунізувати дітей також? От ваша думка. І наскільки так от гарантії у порівнянні з дорослими? На сьогоднішній день дійсно діти отримують вакцинацію. Чому так відбувається? Тому що діти, ну, мою точку зрения, это самый такой активный у нас шар населения. Они постоянно, если не находятся на дистанционном обучении, они встречаются во дворах, они встречаются в школах, в детских коллективах и очень быстро распространяют между собой вирус. Поэтому детская вакцинация имеет место быть, и гарантии, как и у взрослых, действительно можно привиться и заболеть, но перенесешь ты это намного все легче, проще, грубо говоря, дома на ногах, а не попадешь в больницу под искусственную вентиляцию легких. От виникає, власне, у всіх батьків Дніпропетровщини та України, як зробити, аби імунітет дитини поборов, да, або ж зовсім не підхопив ковід. Як підвищити, зміцнити імунітет у дітей? Все очень просто, как и при простых респираторных заболеваниях, все мы это знаем, это сезонная поливитаминизация организма детского, это свежие фрукты, это прогулки на свежем воздухе с социальной дистанцией и это занятия спортом. Як ви оцінюєте наразі імунітет у дітей нашої області? Наскільки міцні у нас так підростаючі покоління? С одной стороны, сейчас деток, которые болеют, достаточно много, но с другой стороны, они получают терапию и очень быстро становятся на ноги и выздоравливают. Поэтому родителям я желаю все-таки заниматься своими детьми и проводить элементы закаливания, не забывать про витамины, и все будет хорошо. Давайте послухаем питання від журналістів. Ваші питання у мікрофон, будь ласка. Чи будуть питання? Питання до пані Наталі. Ви сказали, що за останній час збільшилась кількість дітей, які хворіють на ковід. За останній час це за останній тиждень. І скільки дітей було до цього? Зараз до сотні, а скільки було раніше? Ну, за последние три недели увеличилось количество, что у нас стало больше обращаться в приемное отделение. Если раньше до этой волны обращались в среднем где-то 50-60 человек с респираторными проявлениями, то на данный момент эта цифра выросла до 100. Так, ще питання до пана Ігоря. Скажіть, вакцинувати дітей дозволили от, ну, нещодавно. Чи є якісь в них побічні ефекти, чи, ну, как переносят дети всю вакцинацию? Смотрите, мы уже встречались с детьми, которые имеют хронические заболевания, такие как сахарный диабет, которые уже иммунизированы. Никаких побочных эффектов у них нету. И мы часто слышим от взрослых, что вот я привился, два дня у меня была температура, я не хотел на работу идти и так далее. То у детей такого нету. То есть привились и все хорошо. Тобто побічних дій у дітей немає? На даний момент не отмічалось. Ще питання будуть? Так, будь ласка, мікрофон, якщо може. Зараз ви робите дітям перше щеплення, перше, друге, да? Чи вже бустерну теж робите? Чи у вас діти і скільки щеплень у них є? Яка у вас статистика? Прививки дітям робить сімейний врач по показаниям. Да? Ми не вакцинуємо дітей, ми їх лечимо. Тобто ви не знаєте, так, скільки дітей щеплено, за якими категоріями? Такої статистики я не владію. Власне, в мене ще буде питання. Мультисистемний синдром від ковід. Чи що відомо про це? І чи те, що ви це те, про що ви казали, чи це ні? Синдром системного мультивоспалительного ответа при ковіді, він достатньо характерен. Тоже молодая патология. До начала ковідної пандемії ми не знали о этом синдроме. На сегодняшний день последний штамм омикрон, он значительно реже вызывает мультисиндромный воспалительный ответ у детей, но на нашем предыдущем опыте, как все происходит. То есть ребенок переносит COVID, возможно, даже бессимптомно, либо в легкой форме, он лечится дома амбулаторно, и спустя 2-3 недели после перенесенной инфекции у него случается
поломка внутреннего гомеостаза и развивается мультисиндромное воспаление. При таком воспалении повреждаются абсолютно любые или, возможно, даже несколько органов. Это достаточно тяжелое заболевание. Практически, наверное, большая часть детей, которые имеют мультисиндромный воспалительный ответ, постковидный синдром, они попадают в отделение интенсивной терапии. Очень хорошо, что это заболевание протекает бурно, тяжело, дети все в тяжелом состоянии, но, как правило, через 2-3 недели полностью регрессирует вся клиническая картина на фоне лечения, и дети выздоравливают полностью. То есть это последствия ковида, отдаленные последствия ковида. А чи є якісь передумови, окрім ковіду? Якщо дитина є якісь ще хронічні захворювання? Він ще називається постковідний синдром системного воспалительного ответа. Він завжди ініціюється перенесеною ковідною інфекцією. Ще питання, будь ласка, у мікрофон. Будь ласка, передайте. Дякую. Можна ще раз сформулювати? Тобто діти вони переносять тяжче, ніж дорослі ковід, чи навпаки? Ну, как взрослые, так и дети переносят COVID по-разному. А на сегодняшний день есть большое количество иммунизированных взрослых, и даже вот если мы берем наших коллег, а мы тоже болеем ковидом, но мы уже в нашей областной детской получили 3 вакцины, включая бустерную. Чаще всего это несколько дней температуры и потом в основном самоизоляция. Очень легко протекает, по крайней мере у нас, у привитых, течение ковидной инфекции. Абсолютное количество детей, конечно же, не привиты, и они получают свой иммунитет активным путем, то есть на фоне перенесенного заболевания. И количество тяжелобольных детей, вот именно в эту последнюю волну, оно на самом деле несколько даже ужасает. Детки поступают достаточно тяжелые. Я думаю, треть из них требует тяжелой интенсивной терапии, капельницы и наблюдения в условиях стационара. Иногда даже палаты интенсивной терапии. Сейчас дети стали тяжелее переносить ковидную инфекцию, и их стало больше, значительно больше, чем на протяжении всей эпидемии до этого. То есть теоретично омикрон для детей небезопаснейший? Они более чаще болеют. Опять же, тяжело сказать, омикрон ли у нас сейчас в стране, либо все-таки дельта, либо начинается омикрон и дельта. К сожалению, типирование такое не проводится. Но клинически, интуитивно, мы предполагаем, что да, вероятнее всего, это все-таки волна омикрона, и дети более подвержены заболеванию коронавируса, именно этого штамма. Еще питання? Скажіть, будь ласка, ви сказали про статистику, що збільшилась кількість дітей хворих на ковід, так? А інші захворювання? Як проходять? Чи збільшилась кількість захворювань класично у цей період? У вас є якась статистика? Чи вона змінилась, чи ні? Касательно какой патологии вы имеете в виду? У детей как были острые аппендициты? Смотрите, обычно вот там конец зимы, начало весны, у нас всегда всплеск каких-то респираторных заболеваний. Ну, грипп никто не отменял, грипп есть. Да, конечно. Сейчас вы замечаете просто респираторный, тот же всплеск, который был всегда? Или омикрон вообще, или там ковид изменил всю статистику? Нет, статистику он, я думаю, что не изменил, потому что вот в течение суток, как Наталья говорила, у нас большое количество поступающих детей. Примерно 50% из них с подтвержденными цитотестами, которые мы проводим на приеме, то есть это коронавирусная инфекция. 50% из них под вопросом. Они идут в острое отделение, они тоже болеют. Вероятнее всего у них есть какой-то вид ОРЗ, грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, он тоже никуда не делся. После проведения ПЦР-тестов мы говорим, возможно, это цитотест дал сбой, да, и у вас коронавирусная инфекция. Если нет, то мы говорим о том, что это ОРЗ. Они тоже никуда не делись, их количество остается на прежнем уровне. Поэтому вот родители начинают, порядочные родители, хорошие, которые любят своих детей, они начинают их прививать от коронавируса, но конечно же, ни в коем случае нельзя забывать прививки от простого обычного гриппа. Грипп тоже протекает с тяжелыми осложнениями, достаточно тяжело. И ковид не исключает возможность заболевания гриппом. То есть может быть да. И ковид, и грипп. Еще питання? Ігор Іванович, може Сергій Валерійович чи Наталя Альбертівна, нагадайте, будь ласка, от батькам, у яких діти хворіють хронічними захворюваннями, якими саме треба бути, от, як то кажуть, ну, от,
підвищена увага має бути до дітей? З якими діагнозами, якщо це хронічна хвороба? Дякую. Это хронические заболевания органов дыхания, это сахарный диабет и вообще все возможные эндокринные патологии. И, конечно же, это заболевания сердечно-сосудистой системы. А можно еще, наверное, добавить, что онкогематологических пациентов, особенно тех, которые получили химиотерапию, у них есть иммуносупрессия, они в зоне риска тоже. Ну, наостанок хочеться від кожного з вас почути власне звернення до дніпрян і до великих, і до малих, аби великі берегли малих, а малі береглися самі також. Прошу, будь ласка, на камеру прямо. По черзі, пане Сергію, вам слово. Я хочу сказать, что да, у нас тяжелые времена, есть пандемия, но ни в коем случае нельзя опускать руки, падать духом, потому что очень многие родители зацикливаются и на своих болезнях, и на болезнях детей. Это все проходит. Большее количество случаев коронавирусной инфекции у детей протекает либо бессимптомно, либо с легкой степенью тяжести, поэтому мы все переживем. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они следили за своими детками, уделяли внимание всем симптомам, которые проявляются, обращались к докторам и выполняли все назначения, а не занимались самолечением. И пан Игорь? Социальная дистанция, маски, антисептики. Тогда вам не придется обращаться к врачам. Дякую вам, что до нас завітали. Питань наразі немає, правильно? Дякую. Я нагадую, що наші гості сьогодні був Ігор Майденко, завідувач відділення пацієнтів з підозрою на COVID-19 обласної дитячої лікарні, Наталія Волнянська, завідувачка відділення екстреної меддопомоги обласної дитячої лікарні та Сергій Єгоров, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Говорили про дитячий коронавірус, про симптоми, профілактику та відмінності перебігу хвороби в порівнянні з дорослими. З вами була Анна Громачук. Дякую за увагу.